Карантинный год не стал исключением в нашем винодельческом творчестве. Уже сложилась традиция. Каждый год мы делаем осенью вино из винограда без каких-либо добавок. Чистый виноградный сок. Получается отличное красное вино, сухое, шикарное. Вот теперь сейчас будем отделять ягоды от веточек. Спустя 3 часа удалось перебрать 67 килограмм черного винограда. Сорт неизвестен, но будем надеяться, что результат нас удовлетворит. Завтра будем его мять. Важный момент — это то, что его нельзя мыть. Вот эти вот белые пятна на нем – это естественные дрожжи. Предыдущие годы я мял все руками, но это нереальный труд. Решил в этом году попробовать на мясорубке. В принципе, кости не ломаются, поэтому я думаю, что особо переживать не за что. Ну и вот получается более жидкий жмых. Я думаю, что так поинтересней, побольше будет жидкости. Прошло 5 суток, пришло время слить сок. Из 67 килограмм получилось 50 литров чистого сока.